Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный на важнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля», урок 67, и мы с вами приходим к упражнениям, двигаемся далее по нашему плейлисту, значит, рекомендую все прорабатывать, ничего не пропускать, и также удобно включать как фон, вы можете слушать, занимаясь другими делами. Значит, вкратце отвечу на ваши комментарии, потом перейдем к основной части. Итак, мне после вчерашних 345 предложений снилось, что я в США на футбольном поле общаюсь с американцами. Oh, it's a good result. Это хороший результат, so congratulations. Поздравления. Далее, такой комментарий. It's that too I want. Ну, наверное, здесь имеется в виду фраза «это то, что я хочу». Как мы с вами скажем «это то, что я хочу»? Мы с вами скажем «it's what», sorry, «it's what I want». Это то, что я хочу. Далее. I'm very glad that we start to learn the next tense. Я очень рад, что мы начинаем изучать следующее время. Значит, посмотрим на первую часть предложения. Видите, я очень рад. Здесь нет глагола, значит, нужна связка to be. Значит, мы говорим I am very glad. I am very glad, что that мы начинаем. То есть, наверное, имеется в виду, что вот именно мы сейчас начинаем. Соответственно, логично использовать время present continuous. Значит, получается we are starting. Значит, можно сказать we are starting. We are starting to learn. Далее все очень грамотно, ведь infinitive to learn и именно предлог the перед next. Тоже все очень грамотно. The next tense. Okay, good. So I'm very glad that you are starting to learn the next tense. Значит, спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. И мы с вами переходим к основной части. Okay, so, ваша задача переводить. Значит, по умолчанию мы используем время present continuous везде, где это возможно. Где я говорю сейчас, там мы просто переводим как now. Итак, не идет дождь. It isn't raining. It isn't raining. Идет снег. It's snowing. It isn't raining. It's snowing. Далее, мы не перерабатываем сейчас. Мы не перерабатываем. We aren't. Перерабатываем. Overworking. Сейчас, now. We aren't overworking now. Мы работаем нормально. Мы работаем. We are working. Нормально, normally. Okay? So we aren't overworking now. We are working normally. Она не думает о деньгах сейчас. Она не думает. She isn't thinking о деньгах. About money сейчас, now. She isn't thinking about money now. Okay? Ты не помогаешь ему. Ты не помогаешь ему. You aren't helping him. You aren't helping him. Я думаю, ты очень занят. Я думаю. I think ты очень занят. You are very busy. I think you are very busy. Ты не делаешь правильную вещь. Ты не делаешь. You aren't doing правильную вещь. The right thing. You aren't doing the right thing. Мы не отдыхаем. Мы работаем. Мы не отдыхаем. We aren't having a rest. Или, допустим, даже we aren't relaxing. We aren't having a rest. Мы работаем. We are working. We aren't having a rest. We are working. Далее. Мы не слушаем его. Мы не слушаем его. We aren't listening to him. We aren't listening to him. Okay? Good. So, it isn't raining. It's snowing. We aren't overworking now. We are working normally. She isn't thinking about money now. You aren't helping him. I think you're very busy. You aren't doing the right thing. We aren't having a rest. We are working. We aren't listening to him. Next. Не идет снег. Не идет снег. It isn't snowing. Идет дождь. It's raining. It isn't snowing, it's raining.
Ветер не дует сейчас. Ветер. The wind не дует. Isn't blowing сейчас now. The wind isn't blowing now. Я не сдаю экзамен сейчас. Я не сдаю. I'm not taking an exam now. I'm not taking an exam now. Его здоровье не становится лучше. Его здоровье. His health. Health. Не становится. Isn't getting лучше. Better. Ну, getting даже, допустимо, becoming. Но обычно мы говорим именно выражение getting, становится, get better выражение. His health isn't getting better. Далее. Он не улучшает свой уровень. Он не улучшает. He isn't улучшает. Improving свой уровень. His level. He isn't improving his level. Next. У него нет какой-либо мотивации. У него нет. He doesn't have какой-либо мотивации. Any motivation. He doesn't have any motivation. Далее. Это становится более дорогим. Это становится. It's getting более дорогим. More expensive. Можно также becoming, но обычно мы используем именно get. Become это более формально. It's getting more expensive. И здесь же я не уезжаю из города сейчас. Я не уезжаю из города сейчас, то есть я не покидаю этот город сейчас. Мы с вами скажем I'm not leaving город the city now. I'm not leaving the city now. Okay? So, it isn't snowing, it's raining. The wind isn't blowing now. I'm not taking an exam now. His health isn't getting better. He isn't improving his level. He doesn't have any motivation. It's getting more expensive. I'm not leaving the city now. Мой партнер не рассматривает их предложение. Мой партнер, my partner, не рассматривает, isn't considering их предложение, their offer. My partner isn't considering their offer. Они не живут в этом доме сейчас. Они не живут. They aren't living в этом доме. In this house now. They aren't living in this house now. Она не улучшает свой английский сейчас. Она не улучшает. She isn't. Улучшает будет. Improving. Свой английский. Her English now. She isn't improving her English now. Ее мотивация недостаточно высокая. Ее мотивация. Her motivation недостаточно высокая. Isn't high enough. Her motivation isn't high enough. Next. Я не думаю серьезно об этом. Я не думаю. I'm not thinking seriously. Я не думаю серьезно об этом. I'm not thinking seriously. I'm not thinking seriously about it. Они не ждут твоей поддержки. Они не ждут. They aren't waiting твоей поддержки for your support. They aren't waiting for your support. Ты не показываешь более лучшие результаты сейчас. Ты не показываешь. You aren't. Ты не показываешь. You aren't showing. Так к 20-му относится. Ты не показываешь. You aren't showing. Более лучшие результаты. Вот более лучше это будет better results. Значит, у вас перед better more не надо. You aren't showing better results.
Далее. Солнце не светит ярко. Солнце не светит ярко. The sun isn't shining. Ярко будет brightly. The sun isn't shining brightly, okay? So, my partner isn't considering their offer. They aren't living in this house now. She isn't improving her English now. Her motivation isn't high enough. I'm not thinking seriously about it. They aren't waiting for your support. You aren't showing better results. The sun isn't shining brightly. Далее. Ты не говоришь без ошибок. Ты не говоришь. You aren't speaking без ошибок without mistakes. You aren't speaking without mistakes. Она не слушает их сейчас. Она не слушает. She isn't listening их to them и сейчас now. She isn't listening to them now. Она не говорит по телефону. She isn't talking по телефону on the phone. She isn't talking on the phone. Он не изучает английский эффективно. Он, he, не изучает. He isn't learning English эффективно. Effectively. He isn't learning English effectively. Они не игнорируют эту проблему. Они не игнорируют. They aren't ignoring эту проблему, this problem. They aren't ignoring this problem. Я не смотрю это видео сейчас. Я не смотрю. I'm not watching это видео. This video сейчас, now. I'm not watching this video now. Ты не рассматриваешь этот шанс. Ты не рассматриваешь. You aren't considering этот шанс, this chance. You aren't considering this chance, okay? So you aren't speaking without mistakes. She isn't listening to them now. She isn't talking on the phone. She isn't learning English effectively. They aren't ignoring this problem. I'm not watching this video now. You aren't considering this chance. Next. Он не тратит время впустую. Он не тратит время впустую. He isn't wasting time. He isn't wasting time. Она не преподает историю сейчас. Она не преподает. She isn't teaching history сейчас, now. She isn't teaching history now. Она не сдает экзамен сейчас. Она не сдает. She isn't taking an exam сейчас, now. She isn't taking an exam now. Они не сидят дома сейчас. Они. They aren't сидят дома. Staying at home now. They aren't staying at home now. Мы не ждем их помощи. Мы не ждем. We aren't waiting их помощи for their help. We aren't waiting for their help. Их помощи. Он не перерабатывает сейчас. Он не перерабатывает сейчас. He isn't overworking now. Он работает мало. He is working little. He isn't overworking now. He is working little. Good. Я не смотрю это видео сейчас. Я не смотрю это видео сейчас.
I'm not watching this video now. I'm not watching this video now. Next. Не идет дождь. It isn't raining. Мы играем в футбол. We are playing football. It isn't raining. We are playing football. Okay? So, he isn't wasting time. She isn't teaching history now. She isn't taking an exam now. They aren't staying at home now. We aren't waiting for their help. He isn't overworking now. He is working little. I am not watching this video now. It isn't raining. We are playing football. Good. Next. Он не играет в компьютерные игры сейчас. Он не играет. He isn't playing компьютерные игры. Computer games now. He isn't playing computer games now. Я не смотрю этот фильм сейчас. Я не смотрю. I'm not. Смотрю. Watching этот фильм. This movie now. Мы с вами говорили, что даже фильм допустим, но очень часто мы слышим именно movie. I'm not watching this movie now. Далее. Они не анализируют эту ситуацию. Они не анализируют. They aren't. Анализируют. Analyzing. Эту ситуацию. This situation. They aren't analyzing this situation. Он не говорит по-испански. Он говорит по-английски. Он не говорит по-испански. He isn't speaking Spanish. Он говорит по-английски. He is speaking English. He isn't speaking Spanish. He is speaking English. Я не изучаю испанский, я изучаю английский. Я не изучаю испанский. I'm not learning испанский, Spanish. I'm not learning Spanish. Я изучаю английский. I'm learning English. I'm not learning Spanish, I'm learning English. Я не гуляю в парке сейчас. I'm not walking in the park now. I'm not walking in the park now. So, he isn't playing computer games now. I'm not watching this movie now. They aren't analyzing this situation. He isn't speaking Spanish. He is speaking English. I'm not learning Spanish. I'm learning English. I'm not walking in the park now. Далее. Они не живут в этом доме сейчас. Они не живут. They aren't living in this house now. Они живут в другом доме. Они живут. They are living в другом доме in another house. They are living in another house. Они не выигрывают сейчас. Они не выигрывают. They aren't winning now. They aren't winning now. Он не слушает музыку сейчас. Он не слушает. He isn't listening to music now. He isn't listening to music now. Они не проигрывают сейчас. Они не проигрывают сейчас. They aren't losing now. They aren't losing now. Она не работает. Она не работает далеко от того места. Она не работает. She isn't working far from that place. Она работает близко от того места. Она работает
She's working, то есть рядом с тем местом. Рядом с тем местом, близко, это не. Рядом с тем местом, не. Соответственно, that place. После не никакие предлоги не нужны. Частая ошибка. She's working near that place, okay? So, they aren't living in this house now. They're living in another house. They aren't winning now. He isn't listening to music now. They aren't losing now. She isn't working far from that place. She's working near that place. Next. Он не закрывает свои глаза на эти проблемы. Он не закрывает. He isn't closing свои глаза. His eyes на эти проблемы. On these problems. He isn't closing his eyes on these problems. Далее. Я не думаю об этой проблеме прямо сейчас. Я не думаю. I'm not thinking об этой проблеме. About this problem. Прямо сейчас. Right now. I'm not thinking about this problem right now. Я не хочу это делать сейчас. Я не хочу это делать сейчас. Подумайте. I don't want to do it now. Что want не употребляется в continuous. Используем present simple. He isn't closing his eyes on these problems. I'm not thinking about this problem right now. I don't want to do it now. Окей, друзья, thank you. Отличная работа, well done, как говорится. И мы с вами далее двигаемся, значит, к следующему уроку и по нашему плейлисту. Thank you very much.